Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Бог, Пушкин и чудное открытие». На эту тему мы говорили все прошлые собрания. И сегодня у нас финальное, завершающее богослужение, тема которого «Высшая справедливость». И возникает вопрос, что же? Кого-то Господь изначально определил на счастье, на успех. А кого-то обрек на вот это серое существование, что ли? Неужто Сальери прав, и не только на земле нет справедливости, но и выше ее нет? Тут важно заметить, что счастье не зависит ни от успеха, ни от таланта, ни от славы. Однажды, когда Иисус Христос обращался к своим ученикам, Он сказал такую вещь: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Счастье зависит не от того, что мы имеем, а от того, в каком состоянии наша душа. Однажды я увидел в своем сердце формулу счастья. Я хочу вам ее показать сейчас. Эта формула предстала мне в виде дроби. Я думаю, люди, даже давно закончившие школы, должны помнить, что в дроби чем больше числитель, тем дробь больше, да? А чем больше знаменатель, тем дробь меньше. Что же в числителе? В числителе любовь. Когда мы любим и свою жизнь полагаем, чтобы благословить Бога и ближних, мы счастливы. Когда мы не сравниваем полученное с тем, что получил сосед, а пытаемся дарованное нам максимально эффективно использовать, чтобы стать благословением для окружающих, тогда мы счастливы. Поймите, у нас проблема не в недостатке таланта, а в дефиците любви. Как в том старом анекдоте, когда одному человеку было обещано: все дастся тебе при условии, что твоему соседу того же самого дастся в два раза больше. И человек переживал, думал, что же попросить, и решил: Господи, а выколи мне один глаз и отрежь одну ногу. Проблема в недостатке любви. Ну, казалось бы, вот, если я сделаю хуже другому, что мне прибавится? Да не прибавится. Ну, неужели, когда человек берет гвоздь и проводит по лакированной дверке новенькой машине соседа, у него что от этого, машина улучшается, что ли? Нет. Но ему плохо, а мне уже лучше. Порой радоваться с радующимися намного труднее, чем плакать с плачущими. И вот тут является примером мать, которая не спит ночами, кормит своего ребенка, потом ребенок вырастает, там чего-то достигает, она так радуется, как будто это она достигла, и думаешь: да ты чего радуешься? Это же не ты, это же он. Да для нее это все равно, что она, потому что она любит. Любовь делает нас счастливыми. У людей этого мира в числителе не любовь, а талант, слава. Но это неправда. Сколько прославленных, знаменитых людей заканчивало жизнь самоубийством. Как Мерлин Монро, которая в последнее время проводила время только с разноцветными таблетками, которые лежали на ее столике, и она говорила: вот эти депрессанты, лучшие мои друзья. Никого не было, хотя такая известность.
Андрей Миронов незадолго перед своей смертью написал: «Моя жизнь не удалась». Думаешь, как же так, Андрей? Ты любимчик такой страны. Тебя знают. Ведь у тебя столько ролей в кино, в театре, столько сыграно. Как так? А вот что-то было не то у него в душе. Несчастлив он был, несчастлив. И Сальери был несчастлив. Хотя он вначале и говорит усиленным, напряженным постоянством: «Я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой». Есть сальерьевское счастье, но оно очень недолгое. Это счастье сразу разрушается, как только на пути встречается Моцарт. Есть люди, которые радуются, что-то достигнув, чего-то совершив, радуются. Очень недолго радуются. Потому что сколько бы мы ни получили, чего бы мы ни достигли, нам всегда будет чего-то не хватать. Я вспоминаю, как когда моя супруга была беременна, и вот как-то в то время очень сильно врачи следили, чтобы беременная много воды не пила. А когда чего-то нельзя, того сразу и охота. Ты думаешь... Уже ты уже думаешь, быстрее бы родить, чтобы волю воды выпить. И потом раз рожаешь, и говорят: а теперь наоборот, тебе нужно много пить, молока, всего, чтобы этот ребеночек хорошо питался. И как только тебе можно, тебе сразу этого не хочется. Тебе сразу воды уже, да что я вода, вот сладкая бы, да нельзя, только съем, этого всыпает сразу. Всегда нам чего-то не хватает. Это вот сальеревское счастье. Это постоянная суета. Это постоянная беготня. Он был несчастливым человеком. Почему для него музыка стала просто наваждением? Для него стала она идолом. И его раздражало вот это легкомысленное отношение Моцарта. Он не понимал это. И когда Моцарт тогда шутя приводил слепого музыканта, который как бы... фальшиво играл гениальное произведение, Моцарт хохотал и спрашивал у Сальери: что ты не смеешься? А тот отвечал: мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренной пародии бесчестит Алигьери. Ему было не смешно. Музыка за место радости принесла ему только страдания. И он называл себя жрецом, служителем музыки. Он часто говорил: музыка, искусство. В диалоге же Моцарта эти слова практически отсутствуют. Он говорит часто не о музыке, не об искусстве, а знаете о чем? О гармонии. И он называет себя сыном гармонии. Сыны гармонии, как я и ты. Он был в гармонии со своим призванием, поэтому он и был счастлив. Точно так же у каждого из нас есть призвание свое. И даже если оно меньше, чем призвание ближнего, мы можем быть счастливы, если находимся в гармонии со своим призванием. А если мы начинаем смотреть на призвание ближнего, и нас же не радует, что у нас есть, а вот у него, почему у него такое призвание? Тогда зарождается зависть. И вот в знаменателе как раз и находится зависть. И чем больше зависть, тем меньше мы счастливы. Зависть, написано в притчах, это гнезд для костей. Не случайно здесь используется яд, потому что по большому счету Сальери не только Моцарта, он себя отравил ядом
зависти. И зависть здесь — это некое собирательное понятие, это и недовольство тем, что ты получил от Бога, и раздражение на окружающих, это и непонимание, почему у тебя вот все так происходит. Все это можно собрать в зависть. Но с другой стороны, если знаменатель свести к нулю, тогда получается и счастье станет нулевым. Значит, некая минимальная доля зависти должна быть. Такой мне как-то задали вопрос. И в одном из писем Пушкин как-то заметил: зависть — сестра соревнования, стала быть, из хорошего рода. То есть минимальная доза зависти должна быть, чтобы не успокаиваться на достигнутом. Если ты совсем уж равнодушен к успехам окружающих, тебе легко облениться, остановиться и ничего не делать. То есть, когда мы смотрим на достижение соседа, это побуждает нас не успокаиваться на достигнутом. Думаешь, что это? Он имеет не больше, чем я, а он что достиг, а я что сплю, нет? Поэтому написано, вспомните в книге притч, что железо оттачивается железом, а человек другими людьми. Поэтому необходимо иметь некое вот такое зависть, как некое соревновательное чувство. Ну, нельзя сидеть там, спать, ну, смотришь, других получается, ну, и мне тоже пора, хватит уже на «Жигулях» ездить. Но, с другой стороны, важно держать это чувство на минимальном уровне, потому что если оно разрастается, то превращается в яд, который отравляет нашу душу. И в конце, если мы с вами вспомним притчу о 5 талантах, там я хочу обратить ваше внимание на эти удивительные слова господина, когда слуга, получивший 5 талантов, принес удвоенное, господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя». Десять талантов, знаете, 1 талант, это было около 30 килограммов. 10 талантов, это сколько? 300 килограммов серебра. Малым, знаете, человек приходит, 300 килограмм серебра. О! Ну, молодец. В малом постарался, молодец. В малом, господин, ты ничего не перепутал? Это 300 килограмм, ты не оговорился? 300 килограмм серебра. Да вижу, вижу, да, в малом ты был верен. В то время одна семья могла на талант жить 50 лет. 50 лет! Дали талант, ну все. На 50 лет не работаем. А 10 талантов сколько это? 500 лет! То есть это вообще на жизнь поколений хватило бы. И вот человек принес 10 талантов. Он говорит: «Ну, хорошо, в малом ты постарался, был верен». Но еще более удивительно, когда пришел, получивший 2 таланта и удвоивший 4 таланта. И вот тот, кто заработал 10 талантов, смотрит, что же ему скажет. И он ожидает: «А, молодец! Добрый верный раб, в мизерном, вообще ничего не значащем, ты был верен». Но господин говорит: «Молодец, в малом ты был верен». Подожди, Господи, малое – это у меня, а у него в 2 раза меньше, чем малое. Это супермалое, значит. И тут мы приходим к удивительной вещи. Для Господа что 10, что 4, что 1 – это малое. Для нас разница огромна, дистанция огромного размера.
Ну, или ты живешь в маленькой хрущевке на Уралмаше, или ты живешь в огромном современном евродоме в центре Екатеринбурга с видом на прекрасную Исеть. Разница? Или ты едешь на Мерседесе С много-много нулей. Или ты едешь на Жигули. Ну, у нас разница огромна, да? Или ты композитор, который висит на стене на из портрета поглядывает, как там эти поганенки, хорошо играют его труд. Или ты работаешь где-нибудь преподавателем музыкальной школы поселка Северка. Разница огромна для нас, а? А для Бога это все малое. И, конечно, в образе Господина мы видим Господа. И представь себе, вот идет гений на небеса, он служил своим талантом Богу, писал мессу «Ре бемоль диез». Очень великая она такая. В новой жизни только Диана могла это спеть. Другие даже слушать ее с трудом могли. Как это так? Великое такое произведение, но прям сложное такое, что вообще ничего не понимаешь. То есть понимаешь, что великое, и все. И вот этот композитор, и там его произведения пели там какая-нибудь Киритиканава, Чичилия Бартоли, Диана Судакова. Вот. И он приходит со своими 10 талантами. И Господь говорит, ну что, молодец, поработал. Смотрю, ты там сочинял много, что-то писал, постарался, молодец. Оставляй давай свои эти таланты там у ворот и проходи. Потому что как? Господи, это, знаешь, это 500 лет жизни целой семьи, это целое состояние. Я, конечно, понимаю, небо, тут все святые, но от греха подальше лучше бы серебришко-то припрятать все-таки 300 кг. А Господь говорит, да нет, оставляй, оставляй. Да, Господи, как-то я переживаю, Господи, конечно. Велика, Господи, вера Твоя, но помоги моему неверию. А Бог тебе говорит, да ты заходи, смотри, у меня тут улицы из чистого золота. Что ты тут со твоим серебром-то, как с писаной торбой? Болванки оставляй там. Для Бога. То, что даровано Баху, Моцарту, Пушкину, ненамного отличается от того, что даровано нам. Это малое. Скажешь, да нет, для меня, я и Пушкин, это... Это разница. Конечно, можно пошутить, ну как брат Пушкин? Да как-то все так. Ну это шутка, и тебе даже приятно. Брат Пушкин, тебе приятно, брат Пушкин. Брат Пушкин, для тебя это... А для Бога он действительно, ну, почти точно такой же, как ты. Понимаете? Пушкин, Бах. И когда какой-нибудь гений придет на небо, гениальный композитор скажет, Господи, спасибо за этот, за эти 5 талантов. Я сейчас немедленно должен порадовать тебя той музыкой, которую я приобрел на свой гений. А пусть скажет, ну молодец, написал, смотрю, много так понаписал. Ну все, ну давай, оставляй это там все, оставляй это там, у дверей, оставляй. Господи, какое оставляй, я пока не сыграю, Господи, пока тут все ангелы не услышат, не успокоюсь, Господи. А Бог говорит, да не, оставляй, оставляй. Почему Бог, Господи, Бог скажет, сейчас вот ты послушаешь небесный хор херувимов, и ты забудешь все свои гениальные ночные серенады. И вдруг начинают там петь серафимы, херувимы летать, и ты такой, да, Господи, что-то, да не надо потом как-нибудь, потом это мы послушаем, не надо сейчас. Не надо. Ты вдруг поймешь, что это всего лишь малое. Возникает вопрос, а что же тогда большое? И тут, как говорил один наш юморист, хорошо, пускай будет сюрприз. Если гений Моцартов,
Пушкиных, Бахов – это лишь малое. И для Бога особой разницы между тобой и Бахом особо не вижу разницы. Что ж тогда большое? Я думаю, на небесах нам будет чему удивиться. И тут важна еще одна деталь. В Евангелии от Луки, когда тоже говорится, вот верный в малом, Господь говорит, Лука 16 глава, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Оказывается, то, что нам даровано, это не просто малое, это еще и чужое. То есть называть талант даром можно условно только. Это не столько дар, сколько, знаешь, тебе дали попользоваться. То есть это не купленная квартира, а съемная. И как рабы вернули все, полученное с прибылью господину, так и мы отдадим. Ты скажешь, почему чужое? Здесь, на земле, мы часто ассоциируем себя с нашим даром, а это не совсем верно. Ты кто? Писатель. Ты кто? Ну, я музыкант, композитор. Ты кто? Я просто брат Пушкин. Вот. Ты кто? Мы думаем, кто там? Там, адвокат, ты кто? То есть, и мы со своими дарами себя ассоциируем. Мы не понимаем, что однажды на небесах мы вот это все, вот эти способности музыкальные, дар, мы все это отдадим. Или ты живешь в съемной хрущевке, или ты арендовал огромный коттедж, тебе скажут, ну давай, поехал. Съезжать наступило время. И ты все это вернешь. Все эти дары, все эти таланты тебе нужно будет вернуть. Ты скажешь, а какой же был смысл? Зачем же тогда Бог дал мне все это? А смысл был не в количестве и размере таланта, а в том, что ты с ним делаешь. Бог дает по-разному, кому-то 5, кому-то 2, кому-то 1. Но смысл, чтобы мы научились полученным служить Богу и ближним. И когда мы начинаем действовать в соответствии со своим талантом, мы можем назвать себя сыном гармонии. Гармония со своим призванием. Вот и получается, на этот вопрос, существует ли высшая справедливость. Сальери ответил, нет, правды нет и выше. Но Евангелие говорит, да, существует высшая справедливость, потому что Бог никому не дал преимущества, чтобы быть счастливым. Здесь мы все равны, ведь счастье не от размера таланта, а что ты сделаешь со своим талантом. Вот что имеет смысл и значение. И здесь все мы имеем равные возможности, чтобы быть счастливыми. Библия говорит, есть правда выше. И в конце трагедии, когда Моцарт и Сальери расстаются, Моцарт говорит, прощай, а Сальери, до свидания. Еще один парадокс, ведь должно быть все наоборот. Сальери, зная, что он не увидит больше Моцарта, должен был сказать «прощай». А Моцарт, не ведая, что отравлен, должен был сказать «до свидания». Почему же?
они не сказали так. Дело в том, что Моцарт неосознанно ощущал, что это их последняя встреча. Поэтому и сказал «прощай». А Сальери, вы знаете, Моцарта можно отравить, но если у тебя обида на небо, то ты снова и снова будешь сталкиваться с доказательствами высшей несправедливости. От зависти не избавляются, отравив Моцарта. От зависти избавляются только в своем сердце. И вот в конце. Каждому из нас дана какая-то мера таланта. Да, гениев мало, но у всех нас есть талант. У кого-то два, у кого-то один. И нам часто кажется несправедливо. Ну почему? Почему кто-то вот прочитал страницу, чуть ли не наизусть ее может рассказывать, а я читаю, запомнить не могу? Почему кто-то слушает музыку и столько мне находит красок? Я ничего не нахожу. Я слушаю, слушаю, и ничего у меня не получается. Почему такая несправедливость? Почему? Милые мои, я вспоминаю, когда мы с Дианой жили там, где-то за городом, в бараке. Были ли мы менее счастливы? Нет? Почему? Потому что мы любили. Хочешь быть счастливым? Люби. Это числитель в форме для счастья. Не думай, что ты еще недополучил, а получил сосед. Чего у тебя нет, а есть у ближнего. А думай о том, что ты еще можешь сделать. Кому ты можешь еще проявить любовь. Для кого ты можешь еще стать благословением. Есть ли еще возможность для тебя пустить дарованное тебе, пусть может быть не такое большое, но твое, дарованное от Бога, пустить в оборот, чтобы стать благословением для большего количества людей. Тогда ты будешь счастливым.